Всем привет! Время от времени нас спрашивают, как правильно почистить шлем. Ведь после поездки он становится грязный, как снаружи, так и внутри. А также забиваются всякие отверстия и каналы вентиляции грязью, песком и насекомыми. Поэтому время от времени шлем приходится мыть. В большинстве современных шлемов внутренние части съемные и моющиеся. К примеру, вот у шлема Aerox я уже достал изнутри мягкие щечки и верхнюю часть внутренника. И моются они отдельно от основной части шлема. Для того, чтобы внутренник служил дольше и не повредился, нужно его мыть правильно и аккуратно. Налейте в таз теплую воду и добавьте в нее немного мыла. Не используйте агрессивные химические вещества. А, к примеру, можно использовать детское мыло. Очень бережно и хорошо будет очищать. Аккуратно промойте в воде внутренние вставки. Можно использовать мягкую губку. После мойки внутренней части нужно аккуратно отжать, но без скручивания, потому что здесь есть пластиковые элементы, которые могут деформироваться. Соответственно, отжали и положили ожидать до полного высыхания. Чистку внешней оболочки проводим в несколько этапов. Первое. Берем мягкую губку и большое количество воды, чтобы смыть основную грязь, собственно, со всей поверхности шлема. Второе. Берем мягкую микрофибру, ну или что-то подобное, и протираем наш шлем более тщательно и насухо. Дальше нужно почистить отверстия и каналы вентиляции. Некоторые используют специальную штуку, воздух под давлением, используется, кстати, для прочистки клавиатуры. Соответственно, продувают все эти отверстия, но обязательно продувать надо не снаружи, а изнутри, чтобы все эти ошметки вылетали у нас, соответственно, наружу. Если такой штуки у вас нету, то берем щеточку зубную, ушные палочки, все что угодно, и прочищаем все наши каналы вентиляции и отверстия вместе с ними. Ну и во всех этих процедурах очень важно не использовать ничего жесткого. Такое там, к примеру, как жесткие губки, металлические губки в том числе, потому что можно повредить, собственно, внешнюю оболочку нашего шлема. Были случаи, когда к нам приходили люди с испорченным внутренником, которые стирали их в стиральной машине. Но производители этого делать не рекомендуют, то есть у них вот даже здесь на внутреннике указаны таблички, то, что нельзя стирать ни в машинке, нельзя сушить, там, гладить утюгом, понятное дело, и максимальная температура мойки 30 градусов. Ну и даже здесь вот нарисовано то, что делать это надо вручную. Ну и после того, как наш внутренник и внешняя оболочка полностью высохли, можно собирать шлем обратно. Ну, естественно, устанавливая все мягкие элементы на свои места. Кстати, у Aerox Viatra 3 очень удобно сделан внутренник на магнитах. Установить его никакой сложности не предоставит. Ну и пользуясь случаем, расскажу быстренько про очистку линз. К нам приходят люди с новыми линзами, но испорченными, потому что мыли их неправильно. У современных линз сложная оптика и всяческие напыления. Естественно, ни в коем случае ее нельзя агрессивно и сильно натирать, к примеру, там, тряпками, губками жесткими и так далее. Поэтому нужно делать так. Берем нежную тряпку, скажем, микрофибру, смачиваем водой, выжимаем ее. И накладываем на поверхность линзы. То есть не надо не тереть, ничего, просто накладываем и оставляем на несколько минут. Дальше грязь размягчится и аккуратно протираем всю грязь с линзы. Если нужно, можно повторить это несколько раз. Ну а разводы и все остальное протирается уже сухой тряпкой, обязательно мягкой, желательно тоже какая-нибудь микрофибра, либо специальные тряпочки для очков. Раньше частенько линзы мыли под краном, под струей воды, а сейчас большинство линз уже двойные, к примеру, у Lidl у них только двойные линзы, у них одинарных не бывает. Если мыть под краном, то, собственно, просочится вода внутрь между двух линз, и тогда у вас, получается, здесь будут и разводы, и водичка, которая потом высохнет и оставит налет и тому подобное. И тогда линза будет испорчена просто-напросто. Кстати, после мойки чистую линзу, точнее внутреннюю часть, можно обработать специальным средством антифог, для того, чтобы наша линза больше не запотевала. Ну и еще скажу то, что для шлемов тоже есть специальные средства, антибактериальные спреи, против запаха и тому подобное. Все это можно купить у нас в магазине. Берегите свою экипировку, мойте ее аккуратно, и тогда она прослужит вам намного дольше. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. Всем пока!